Меня зовут Руслан Шевчук, я арт-директор Фабара Бракамама. Хочется рассказать вам о многом, но начну с первого, главного, о еде. Идеальное сочетание блюд, атмосферы и музыки делают нашу кухню душевной. Soul Kitchen. Так я бы охарактеризовал нашу единственную в городе американо-мексиканскую кухню. Кто видел одновременно фильм «Патиха 1», а тот поймет. Кушайте и слушайте, пейте и балдейте. Приятного аппетита! Tell me maybe that someday we'll all be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. Cause that'll be the day when I die. Мы open space. Другими словами, мы единственное универсальное открытое пространство для общения, отдыха и веселья с невероятным драйвом, полной эмоцией, атмосферой и исключительной музыкой. Мы не стремимся за трендами, нам этого не надо. Мы просто делаем то, что нам нравится. Мы хотим радовать людей, мы хотим, чтобы им было здесь приятно, чтобы они себя ощущали свободными. И чтоб у них же после наших идей рождались свои идеи. На нашей концертной площадке выступало довольно-таки много известных артистов. Тимати, Би-2, Звери, Океан Эльзы, Вячеслав Бутусов, Юпитер и Касна. Продолжение следует. Часа в сутки. 7 раз в неделю мы думаем о вас. Мы будем также вас удивлять. Ведь нам это нравится. Мы этого хотим. До скорых встреч. Бракамаме. Пока.